Поддержка спорта и футбольных соревнований для Забайкальской железной дороги – добрая традиция. Детский турнир проводится ежегодно и носит статус международного. В настоящее время это самый крупный фестиваль детских футбольных команд в Европе, как географически, так и по числу игроков. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ Олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов детских домов, школ-интернатов. Неизменным остается и девиз, которым фестиваль юных футболистов обзавелся в год своего рождения. «Локобол» – это путь в большой футбол. На стадионе «Юность» проходит региональный этап. Победители регионального этапа будут защищать честь Забайкальского края в городе Красноярске, где будут представлены юноши 2008 года рождения. Впервые «Локобол» прокатится по рельсам Байкало-Амурской магистрали, 45-летию которой и посвящен фестиваль. В Чите соревноваться будут 16 команд. Это 180 талантливых футболистов в возрасте от 9 до 11 лет. Соперники, конечно, нелегкие. И, ну, в общем, организаторы постарались. Вот сегодня мы сыграли 2-1, конечно, проиграли. Нам немного не хватило. Конечно же, выигрывать, занять первое место, порадовать маму, папу. Обширная будет и внефутбольная программа, которая приурочена к Году театра в Российской Федерации. Так как я капитан, я хочу, чтобы моя команда добилась большего и чтобы мы забивали больше. Сегодня мы могли выиграть в Качета, но у нас не удалось. Я забил один гол. Я играю, получается, защитником. У меня много наград, и я надеюсь, что мы выиграем. Девочкам трудновато играть с пацанами, потому что у пацанов большой опыт. Закрытие фестиваля состоится 26 мая. Призерам достанутся кубки, грамоты и ценные призы. Анжелика Гришина, Максим Лобачев. Время новостей.